У звычайный режим работы вернулся корпус Гомельского областного онкодиспансера по улице Циолковского. Ранее тут проходили лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Об этом поведомили уголовным управлением охраны здоровья Гомельского облвыканкама. Для хворых на коронавирус во установе вылучили больше, как 100 месяцев. У ближайшие дни вернется до нормального жития областный клиничный шпиталь инвалидов Айчинной войны, частка якого так само была переквалификована. Поступовое выведение медицинских установ с режима червоных будет протягиваться. У регионе означается снижение выпадков заражения на коронавирус. Больше подробная информация в ближайших выпусках новинок.